На один день можно и нарушить строгие больничные правила. Вместо капельницы уколов у пациентов Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы альтернативная терапия смехом и общение с любимыми героями легендарной программы «Спокойной ночи, малыши». Что случилось? Ты даже песенку не дал до конца допеть. А чё? У меня только один раз в году день рождения. Галина Марченкова и Наталья Голубенцева – мамы персонажей детской передачи. Именно они озвучивают Каркушу, Хрюшу и Степашку в телевизионном эфире. А еще часто гастролируют по детским больницам, даря радость и тепло. Чтобы немножко им какого-то настроения дать, как-то, может быть, у них с этого момента чего-нибудь и получше станет, здоровье и так далее. Что они радуются встрече. Артисты приехали благодаря благотворительной программе «Мир без слез». А еще на спонсорские деньги в больнице приобретается новое оборудование. Портативный электрокардиограф, оптические системы для хирургов и стоматологическая установка на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Это позволит оказывать более качественную помощь маленьким пациентам. Самое главное, что мы приобрели и приобретаем, это организация экстренной помощи с детям с пороками развития и заболеваниями через лицевую область. Здесь вот именно адресно будет организация экстренной службы стоматологической. Мы усиливаем прием, потому что у нас всего один врач и медсестра, круглосуточный час. Мы организуем второй кабинет и будем этот вопрос решать. Благотворительная программа «Мир без слез» существует уже 14 лет. Благодаря ей была оказана помощь более чем 100 детским больницам в 52 регионах страны. Иркутск участвует в ней уже третий раз. Кроме праздника и хорошего настроения, все дети получили в подарок набор для рисования, чтобы сделать мир еще ярче.